живые, это ребятушки, я рад приветствовать вас снова и снова и снова на нашем канале. И где мы находимся? Мы вот вышли только из зоопарка и направляемся по вот такой замечательной дорожке. Смотрите, синим нарисовано велосипед, а здесь вот она вот так вот зигзагом мимо всех деревьев, куда вот видно, вот так вот дорожка идет. Прикольно. Здесь ров, там какой-то дворец, резиденция чья-то непонятно. Мы хотели посмотреть, но мы, проходя, нам солдат сказал стоп, говорит, сюда нельзя, и поэтому мы туда и не пошли. Вот. Но, тем не менее, передвигаемся прямо и идем в посольство Бирмы. Мы идем в посольство Бирмы, по пути заходим в храм, вот. А идем целенаправленно в посольство забирать наши паспорта, которые мы сегодня с утра отдали. Вот, чтобы завтра смогли улететь. Идем. Так, ребятки, а вот и храм, вот и добрались. Ничего так. Аккуратно. Так, идем. Сейчас посмотрим, можно зайти вовнутрь. Я в шортах, сейчас скажут, без штанов нельзя. А пускай обломится, у меня и штаны, еще и джинсы взял для вечера. У нас такие планы просто вообще грандиозные. Так что пока идем. Ну мы, короче, ребятки, внутри. Тут вот какой-то Будда-генерал, блин. Маша говорит, какой-то Будда. Это охранник какой-то правительственный. Правитель, видимо. Так, ну а мы идем дальше. Идем. Так, мостик. Верандочка. А вон тоже девчонки в юбках ходят. Ну, короче, мы ничего не переодевались. Вот я в шортах, Марусь, тоже в шортах идем. Полицейские нам ничего не говорили. Стой, Марусь, смотри, какая красота, иди сюда. Вот это да. Огонь. Я вот тоже думаю, ноги никто не покрывает, никто не разувается. Полностью смотреть, можно по всему этому гулять периметру, не разуваясь. Где? Справа вход? Ну, я уже выход сделал из него. Смотри, какой костлявый, Маш. А, вон видишь, что там нельзя? Ботинки, шорты. А? И в ботинках, и босиком нельзя. Ну всем пофиг, Маш. Вон девчонки в ботинках и без юбок сидят. Вот. А, когда вот сюда в храм надо будет, окей. Ну я не буду уже штаны одевать, я не хочу. Я лучше тут потусю. Красота какая. Ну какая прелесть, какой храм. Очень красиво. Вот сейчас отсюда фоточку сделаю. Прелесть какая, смотрите. Ну вот, ребята, я тоже решил зайти, да посмотреть. Вот такой Будда. Ух, красота какая. Так, ну что? Я просто видел, девчонка в шортах выходила. Я думаю, ну я тоже в шортах выйду, ну нафиг. Вот. Но разулся я, разулся. Все как полагается. Так что идем. Вот отсюда мы только что вышли. Да, не храм действительно, а целый парк, как Маруся сказала. И идем дальше. Не зря зашли по пути. Посольство бирминское. Хрена себе дубиночка, ребятки. Это вот здесь вот так вот и за нее хватаешься. И так вот в барабаны вон в те, так, вот так вот. Дон-дон, потом по колоколу, бум. Это да. Так, что, идем на выход. Ребятки, смотрите, жилые дома здесь на территории. Как красиво все сделано. Ставанки такие. Клево. Обалденчик. Подожди, вот видите? Это он. Это реально какой-то, Маша говорит, какой-то известный мужик. Похож. Идем. Блин. Это монахом? Да. Монахом. Ну, это же профессионально, лодырь. Не работаешь, жрачку на халяву тебе носит. Вот смотри, вон он сидит в телефоне, в Facebook. Смотри, это я себя вижу, смотри. Да, так я себя вижу. Вот пацан сидит, вот, в кресле, как я, прям в Фейсбуке сидит, вот так вот. Все, говорит, я здесь был, отмечается, чекинится, фотки постит, всех бесит этим. Шутка. Так, красота. Это снова в тук-тук.
ТикТоке, ребятки, не нашли автобус, прикиньте. Google показывает, вон там должна быть остановка, но ее там не было. Вернее, была, но оттуда не уходит автобус тот, который нам нужен. И мы теперь едем до станции метро. Едем до станции метро, потом там прыгаем на метро, еще чуть проезжаем. И прям вылазим за нашими паспортами у бирмского посольства. Так что, ехали. Смотрите, какая вот эта беленькая Honda прикольная. У нас такой в Европе не катается еще. Или, ну, катается, но для Европы они другие, фары у нее и по-другому сделаны. И моторы совершенно другие. И приблуды все внутри тоже вообще не те. Мы, короче, вываливаем по забитой улице Бангкока. Красавчик, давай, наяривай. Короче, орёт сзади спортивный. Пить? Не, а хотя давай. Погнали. О, теперь началось. Все тук-туки ломятся. А главное, тук-туки перед машинами вылазят, но не вылазят перед своими же. Смотрите, перед нами стоят еще два тук-тука. Он даже не попытался их обогнать, как-то и там пролезть. Пошел, красавчик. На велике. Да ладно. А этому пофиг, смотрите, на красный просто пролетел тот таксист, и этот пролетел на красный. Игорь, ты смотри, им пофиг. Просто прошли двое на красный, хоть бы хнырь. Что там тук-тук прошел, как реактивный самолет аж рычал. Что, мы приехали, походу? Нет, еще нет. Еще чуть-чуть. Ребятки, предыстория. Вот эта вот полоса, здесь вообще ездить нельзя. Мы подъехали, никого не было. Видите, сколько моторашек поназабивалось. И вот еще сзади. Между машин, вот смотрите, подлазивают со всех сторон. Сейчас будет зеленый светофор, сейчас будет что-то. Тут под эстакадой мы еще. Ага. Ой, я даже знаю, где это, Маш. Здесь динозаврики прямо над нами танцевали. Так, еще красный. Зеленый будет. Будет весело. Я же просто выключать не хочу. Вот зеленый, поехали. Смотрите, началось. Этих, у них нет полосы, они сейчас будут активно сюда залазить. Смотрите. Все со всех сторон, да ладно. Давай, го-го, мужики. Едем. А здесь просто начинается, вы поняли, да? Вот так вот начинается. Говорит, кто успел, тот успел. А здесь уже они рассортировываются по иерархии. Чем быстрее, тем правее, по сути.
Маш, да, вот здесь. Да? Давай. Деньги. Деньги у меня? Да. Так, вот и он нас привез. На, держи, двушка. Ага. Так, где-то тут метро должно быть. Садимся и едем. Так, ребятки, мы приехали. Вот сверху SkyTrain. На него садимся и... 26 минут, и мы у посольства. Пешком почти 50 минут идти, 48, по-моему. Так что однозначно на паровозике. Ну какие здесь Хонды клевые. Смотрите. Вот что такое, в Европе у нас, по-моему, такого нет. Ну вот красиво смотрится. Вот красиво смотрится. У нас какие-то другие, блин, все машины. Офигеть, япошки для азиатов делают клевые машины, для европейцев говно. А знаете сами, на чем япошки ездят? На Мерседесах, Ауди, БМВ и Порше. Вот что в Японии на чем катаются. Так, идем. Да, кстати, ребятки, билет можно купить здесь бумажными деньгами или можно купить в автомате. В автомате там билеты, ну, вообще цена от 16, 16, 23, 26, 30, 33. Держи. 27 и до 59 этих денег. Вот. Ого, какая справа блондинистая такая вся, ой, блондинистая, розовая, в ночнушке в какой-то. Кто это? Азиаточка? Местная? Ну да, я думаю, что приезжая бы так оделась. Так, сейчас берем поезд, и буквально 20 минут. Куда? Вот этот? Наш? Бегом. Как вовремя мы, перфекто тайминг, едем. Так, ребятушки, вот и наша остановка. И сейчас буквально 3 минуты до посольства. Посмотрим, что он не скажет. Я думаю, после посольства, после того, как выйдем уже с паспортами, дай бог, меллюемся. Так, ребята, ревью по бирминскому эмбасси. Короче, такая тема. Приходишь туда, во-первых, бирманцы ни хрена не пунктуальные. Один шальтер открыли в 15 минут, и, конечно, в котором мы стояли, его открыли только через 25 минут, как должно было вообще открыться. В 4, говорят, начало, а один в 4.15, другой в 4.25 открыли. Как это все работает? Все пришли, спрашиваем, номерок, никто, ничего, иди вон там вот садись. Буквально за 2 минуты до 4 подходит мужик, показывает пальцем и просто... Представляете себе вокзал или аэропорт, зону ожидания? Вот так вот стулья стоят, все вот так вот в ряд, как на стадионе, все сидят. Да ну-ка пальцем, сюда. И просто все через стулья начинают бежать. И я первый в очередь, за колбасой при Союзе. Я в шоке. Короче, я успел ломануться, так как я далеко сильно не сидел, 15-м. Соответственно, мне так повезло, я в ту колонну добежал, которая открылась на 10 минут позже, чем первая. Это жесть. Потом, получается,
Я смотрю, лайфхак, та очередь идет быстрее, притом в разы быстрее. Короче, паспорт получить, отдаешь бумажку, получаешь паспорт, минута это все длится. Даже меньше. Она просто взяла документ, говорит, проверь свой паспорт, твой, не твой, все. И полноценная виза в нем вклеена. Все это сделал. Дошел я до другого окошка с этой бумажкой, сюда держи. Они говорят, чувак, нельзя, иди в то окошко, где ты стоял, там, короче, турист, а здесь только для бизнеса. Я говорю, ладно, пофиг, пошел туда. Там открывается второе окошко. Ну, а все эти в эту линию стоят, а вторая руку протягивает. Ну, дайте мне кто-нибудь. Ну, я взял и, короче, по обгоночной, передо мной еще пацанчик. И мужик, который рядом стоял здесь с этой полосы, вот такой, понаехали тут, типа, что ты бежишь, а что ты стоишь, тупишь, дебил. Ну, у меня вот слов не было. Он еще на меня наезжать начал, типа, стоит, цокает мне там что-то. Ну, я говорю, иди нахрен вперед, его вперед пропустил. А у него запара была, ему что-то надо было узнать, что-то заплатить, что-то спросить. Короче, меня бы пропустил, проблем бы не было. Ну да пофиг. Что вам надо? Короче, паспорт. Две копии паспорта. Одна копия паспорта, две фотографии. Короче, заведите себе папочку с копиями паспортов и фотографий. Таскайте всегда с собой, проблем меньше будет. Так вот, ребятки, все, получили паспорта, ништяк, завтра. В 2 все-таки летим в Бирму. Ну, не на 5 дней, а на 2,5. Но будет круто. Это того стоило, что мы здесь потратили столько нервов. Короче, садимся на метро и едем к Гарри Поттеру. Вот, увидите потом, что это. Вот у кого ноги казенные. Так, что, ребятки, мы приехали к торговому центру. Что мы здесь делаем? Вчера открылась рождественская выставка Гарри Поттера. Вот, и мы с Марусей решили туда заехать и погулять там вот немножко, посмотреть, что да как. Приехали, спустились, сейчас еще ниже. Вот оно, да, вот сюда, Сиам, Парагон, там она. Идем. Та-да, ребятки, Harry Potter, Christmas in the Wizarding World. Как прям написали, аж у меня аж... Я американцу устал, что WBC таким этим, ё-моё, харламовским голосом захотелось поговорить. Идем. Короче, на входе стоит мужик, который за охрану отвечает. Мы его спрашиваем, Гарри Поттер? Он не знает, кто такой Гарри Поттер. Он стоял, чё? Он реально не вдуплялся. Смотри, какая блондинка, вся белая, и платье белое, и волосы белые. Смотри, какая кукла Барби. О, так это пацан такой, или это другая тоже подружка, девочка? Нет, это две девчонки, смотри, японки. О, ребята, нашли одного тайца, кто знает, который знает, кто такой Гарри Поттер, говорит, наверх идите. Идем. Наверх? А он объяснил, какой этаж? Там еще вниз идет, еще вверх, еще вверх. Найдем. Ну, походу, нам выставку искать не придется. О, я же тут пиво пил этот, вот в этом магазинчике где-то. Ну, а в Японии мы были. Где? А, да, вот вход. И это все, вот такая маленькая выставка? Да, вон метла, совы продаются. Это вы на входе, а вот... Do not enter. Next. А, это exit. А где? Где вход? Где? Идем смотреть, что здесь. Так, короче, они говорят, что тут еще и тикет надо покупать. Это что за фигня? Вот чтобы в этом маленьком кружке побегать. Так, вон тикет-центр, иди узнай. А? Онлайн-букинг, а что они, что такое сверхъестественное что-то? Давайте еще кружочек сначала нарежу, ребятки, посмотрю, стоит ли вообще. Может, там шапку на тебя Гриффиндора оденут еще, и ты реально поумнел? Если я поумнел, я бы заплатил, зашел. Нет, просто, Марусь, вот они ходят, фоткаются вокруг. Не, такой меня не прикалывают. Восаки. Восаки и то круче было. Вон, видишь, там телек тоже. Не, я такое не хочу. Да, но это парк. И за это деньги берут за временное торжество. Не. Короче, ребятки, ложная тревога. Едем дальше. Это будет... Да. Короче, ребятки, мы едем, у нас сегодня представление, обалденное представление,
И что будет там? А, там будет этот. Просто представление про Таиланд. Из трех частей оно будет идти. Сколько представлений идти будет, Маша? Часа полтора будет идти, и там будут рассказывать, ну, там около 150 участвующих людей с декорациями, там воины и, ну, вообще дофига чего, и слоны, и, ну, короче, подобное что-то, что мы видели в Камбодже. Кстати, ребят, ссылочку я оставлю в описании под Камбоджу, посмотрите, там тоже интересно очень. Вот. Ну и пока едем, я буду снимать. Это тоже, ребят, просто декорация в торговом центре, короче, медведь, леса. Мы, по-моему, уже проходили здесь, я чуть-чуть захватил, заснял это. Ну что, идем дальше. Сейчас поснимаем здесь. Здесь мы тоже уже были, ребятки, здесь мы тоже снимали, так что все то же самое. Короче, идем в метро, вернее, не метро, а SkyTrain. Ехали. Как говорится, ребятки, куй железо, не отходя от кассы. Вот смотрите, Galaxy Samsung. Я вот так на динозаврике летал в прошлый раз. Thank you. И здесь тоже хочу полетать. Я не знаю, правда, что они там делают, но мы сейчас, смотрю, сядем. О, там на самолете летаешь, клево. Сейчас будем экспериментировать с этим. Чем Марусь там билеты да покупает на метро, и мы здесь поедем. Ну так вот, ребятки, понеслась. Короче, Galaxy Note 8 торчит в этом Gear VR. И посмотрим, что они делают. Мы с Марусей следующие на очереди. Кнопка, он объяснит что-то. Я не знаю, что-то стреляет, может, понятия не имею. О, видишь, они... А, метеориты, ты должен их обстреливать. Видишь, вот так вот поворачивать и нажимать. Иначе они тебя сломают. Ну ничего, посмотрим. Потом расскажу, расскажу свои впечатления потом. Ну, короче, клево, ребятки, штучка была. Почти как в Осаке в этом Universal Studio. Не то, что вот во Франкфурте, где мы с Ромой на динозаврике летали. Вообще там во Франкфурте, фиг знает, тут качество, картинки просто. Короче, по конечным пунктам, там надо было корабли летать, сбивать. Маруся набрала 300 с чем-то тысяч. Сколько вы набрал, Сережа, угадайте? 62 тысячи. Лоханулся. Короче, у меня реально пушка. У них у всех нормально этот джойстик был откалиброван. А если я своим джойстиком поворачивал влево, пушка поворачивалась вправо. Соответственно, если вверх, пушка моя поворачивалась вниз. И как-то... Давай. Билет дай. И пушка поворачивалась вниз, когда надо было вверх. И с этим я парился, блин. Маруся сумочку проверяет. Иногда такое бывает, когда заходишь. Честь отдала, улыбнулась, и мы пошли дальше. Ну, короче, вообще у меня почему-то не как у людей все было. Проиграл, блин. Идем на метро и едем на представление, историческое представление. О, я уже в предвкушении. Кстати, мы купили, мы взяли билет за 50 наверх, да? Наверное. Да. Пойдем. О, а почему они идут по правильному? А, это две полосы, ну пофиг. Короче, мы купили за билет, отдались человека по 51 ойра, потому что мы взяли с едой. У нас до представления будет полуторачасовой буфет, который начнется через 10 минут, а нам еще 40 минут ехать до туда. То есть у нас все равно останется больше, чем полчаса, чтобы кушать. А если можно без еды, то он стоит не 51 ойра, а 41. Так что вот, едем кушать. Так что, ребятки, тут, блин, опять... Ну, хоть не как селедки стоим, нормально, место есть. Клима дует, блин, тут реально как в этом, как в морозилке. Через 4 остановки вылазим, пересаживаемся на метро. Так, я рад, ребятки, что я вышел из этого вагона. У меня уши, блин, они ледяные, там, я не знаю, градусов 15 внутри. Жесть. Так, вот огромный торговый центр, еще один. И мы выходим... Идем на метро. А? На МРТ? Идем на МРТ налево. Ребятки, мы даже умудрились билет на вот этот поезд просрочить. Мы выходить, карточку засовываем, а он говорит, не акцептирует. Пошли к чуваку на эту и говорим, мужик не работает. Он говорит, 4 бата еще заплатите. Мы заплатили, он ее по-новому размагнитил, замагнитил, и мы вышли. Мы думаем, что она по времени. А мы сначала купили билет, потом летали, стреляли там в этих, на Galaxy. И время как бы вышло, пока мы ехали еще сюда. Так что не беда, мы думали, вообще целую полную сумму возьмут. Нет. Так, идем на метро.
пропуск в метро. Да. Давай в автомат. Мы же платили уже. Ну, да, да, да. Отлично. Ну, а там кассиру, там мой какая очередь. Здесь поменьше будет сами с автоматом. Мы уже с ним разбирались, мы уже знаем, как да что. Идем. Так, ребятки, тут еще очередь, чтобы потом пройти. И она не маленькая, но вот оттуда, от самого эскалатора. Так, идем. Мы жетончик купили, сейчас его примагнитим и поедем. Давай, иди. Не знаю, тут везде рекламируют вот этот телефон. Oppo, называется F5. Понятия не имею, что это за телефон такой. Ой, ё-моё. Хоть бы только нам налево ехать. Да ладно. Блин. Вот очередь. Я надеюсь, трамвай еще пустым придет. Мы обойдем и туда. Да, пойдем. Пойдем с той стороны посмотрим. А там то же самое, Маш. Жесть. Ну идем, стоим здесь, ждем поезда. Нет, мы должны сюда успеть, ребятки, а он уже битком. Залазь, 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 Марусь. Как в Японии, теснить будем народ. Под спинки, спинки. Не заходим? Заходим. Жесть, ребятки. Я тут прилип к окошку. Тут девочка задала, она шевелилась. Маша задавила девочку, девочка еще изъявилась. Это ты. Хорошо, что будет было все пошло. Немножко выйдем, чтобы люди вышли, и потом обратно побежим. Так, выйдите, мужик стоит, выходить не хочет. Я не выйду, я потом зайти хочу. Ну вот. И эти еще все влезут. Обалдеть. Да ладно, тетенька. Они стоят, говорят, мы на следующем. Видели, как я ехал эту остановку сюда? Ух, ребятки, у меня такой смех был, как у той ведущей, которая рассказывала про веслоухую свинью и медведей, которые курили. Охраняли конопляную поляну. Я говорю, я вот так возле окна даже в Японии не ездил. Пошли. Там быстрая очередь, а тут нет. Так, ребятки, это вообще огонь. Едем наверх, на поверхность. Время 6. В 7 начнется представление на улице, но это предыстория. В 8 полное представление в зале. Кстати, снимать нельзя будет, и камеру и фотоаппарат придется оставить внутри. Но представление, я не знаю, мы еще еду что-нибудь поснимаем. Интересно будет. Короче, ребятки, давайте на этой ноте мы выпуск-то и закончим. А вот в новом выпуске уже будет ревьюшечка, как оно было. И после этого, возможно, невозможно, а мы поднимемся на небоскреб, один из небоскребов гонконгских. Это в планах пока. И где еда, мы поснимаем, что там вообще люди едят, что мы едим, по крайней мере. А потом поедем на 40-й этаж, и оттуда будем лицезреть весь Бангкок, светящийся вокруг всех других небоскребов. Вот такая тема. Мы уже уточнили, он работает до 2 ночи, мы взяли с собой одежду, чтобы переодеться, потому что в шортах в спортивном и в пляжном варианте нельзя. Так что все ништяк будет, давайте, ребятки, ставим лайки. Подписываемся и комментируем.